Ну что? Привет. Как дела? Хорошо твои дела. Хорошие дела твои. Да, Джигер? Как тебя назвать, Джигер? Угу. Только армяне так могут называть. Кошка. Ай, какая ты хорошая. Посмотрите, у нас с одной стороны черные усики, а с другой черные с белым. А на наши глазки посмотрите. Желтые глазки, черный зрачок, а вокруг черного зрачка зеленая как тушка, полосочка. Ну, это если увидеть, присматриваться. Сегодня мы не в настроении, да? Не в настроении. Вот такая уже откормилась. Давай я тебя сейчас возьму-ка. И будем так интервью давать, кошачье. Да? Не нравится? Надо постоянно тебя гладить. Да. Ты никак, Жока, не цапнешься. А Жока смотрит с крыши и ревнует. Только хозяйка сейчас тебя как-то не в попад снимает. Хорошенькая, эх, как заваливается, как ей хорошо. Мы тебя сделали, значит, капельки. Уже как третий день уже все от блоха клещей. В ушки, значит, начинаем лечить тебе от ушного клеща. Ну, не так, как у Жоки. Тут чуть-чуть. У Жоки вообще ужасно было, страшно. А тут чуть-чуть. Глазки у нас красивые, да, Джигер? Да. Давай, бодни своих подписчиков. Наша новая звезда. Кошечка хорошенькая. Давай. А, какая красивенькая. Ну ладно, будем прощаться, други наши. Пока-пока.